Всем привет, это канал Мос Алим. У нас в работе на шумоизоляцию X6. Такой небольшой обзорчик. Ребята все уже разобрали. Шумочки чуть-чуть вообще скудненько, да, накидали. Так, пару кусочков. Так, что у нас? Так, по дверям. Вот двери. В дверях тоже кусок лежит. Но все равно вот металл звенит. Так, в салоне. В салоне, да, очень скудно, очень скудно. Весь удар на ковер. Ну, ковер что-то не очень спасает. Так, вот так все это выглядит примерно. Так. Посмотрим заднюю дверь. Задние двери, вон там есть кусочек. Да, вот он. Вот он, родной, есть. Ну, как слышите вы и видите, очень звонко. Это говорит о том, что шум проникает внутрь автомобиля. Так, вот у нас еще ведро тоже лежит. Ну, мало, конечно. Ну, упакуем так, как надо. И будет тихо. Бегите уши, друзья. Всем пока.